Осенью 1948 года Народно-освободительная армия Китая вступила в решающую битву с гоминдановской армией Чан Кайши. Эта военная операция определяла судьбу народа. 2 ноября 4-я Народно-освободительная армия захватила Шэньян, освободила северо-восточный Китай. В это же время для основания Китайской Народной Республики Коммунистическая партия Китая под руководством Мао Цзэдуна начинает борьбу на дипломатическом фронте. Посол! Посол! Секретарь Фу, посол спит. Подождите до завтра. Чрезвычайная ситуация. Посол! Дорогой Фу, что за шум? Посол, взгляните. Армия коммунистов вломилась в Шэньянское консульство. Немедленно отправьте консулу телеграмму. Речь об уважении Соединенных Штатов. Нельзя поддаваться. Да. Генеральное консульство США в Шэньяне. Сделано в Америке? На вид неплохо. Отставить! Так вы господин Уорд? Я с предложением. Ваши солдаты опускают оружие. Народно-освободительная армия захватила город. Мы гарантируем вашу безопасность. Если кто-то из ваших людей выстрелит, мы откроем ответный огонь. Хорошо. Опустить оружие. Опустить. Кто вы? Председатель Шэньянской военной комиссии. Командир Шэньянского гарнизона У Сычуань. Приятно познакомиться, командир У. Как генеральный консул Соединенных Штатов Америки в Шэньяне, позвольте мне выразить вам решительный протест. Простите, консул Уорд. Ваша должность консула Америки не признается на освобожденной территории. Вы не в том положении, чтобы... протестовать. Хорошо. Генерал Ву, позвольте напомнить, что радиоточка является собственностью правительства США. Я не имею права передать ее вам без разрешения Государственного департамента США. Если вы конфискуете радиоточку, мы не сможем связаться с внешним миром. Консул Уорд, вы забывчивы. 16 ноября... консульства всех стран были уведомлены о том, что мы изымем на хранение все радиопередатчики. Это не конфискация. Как только война будет окончена, мы все вернем. Касательно контактов с внешним миром, мы разъяснили об этом в уведомлении. Черновик телеграммы должен быть направлен нам до дальнейших распоряжений. После подтверждения Синхуа вернет его вам. Простите, генерал Ву. Я не могу передать вам радиоточку. Ладно. Консул Уорд, напомню вам еще раз. В уведомлении сказано, у вас есть 36 часов на передачу. Время на исходе. Если завтра в час вы не передадите радиопередатчик, я отправлю за ним людей. Сибайпо, провинция Хэбэй. Похоже, товарищ Ву, полон решимости разбудить спящего медведя. По данным нашей разведки, часть дипломатического персонала Генерального консульства, агенты ЦРУ и военной армии США. Телеграфируй. Правительство освобожденных районов не состоит в дипломатических отношениях с правительством США. Следовательно, все привилегии, полученные ими от гоминдановского правительства, не признаются. Господин посол. Фу, что случилось? Коммунистическая партия зависла. Если мы не передадим им радиопередатчик до 13:00, они применят силу. Неожиданно. Это тяжелейший дипломатический кризис после Второй мировой войны. За всю мою работу на посту посла. Белый дом обеспокоен.
президент Трумэн проводит экстренное совещание. Лин Цзяту. Свяжись с этим человеком. Скажи ему передать написанное мною письмо господину Джоу Энлайю. Хорошо, я все сделаю. Телеграмма от Ву Цзюцюаня. Генеральное консульство официально подало протест. Настаивают, что радиоприемник — собственность США. Только консул имеет право хранить и использовать его. Хороший ход с их стороны. Они заняли твердую позицию, чтобы помешать военно-контрольной комиссии. Пойдем на уступку, и другие страны Запада последуют примеру Штатов. Такое начало продемонстрирует нашу слабость и инертную дипломатию. Но если военно-контрольная комиссия силой изымит радиоприемник в Генеральном консульстве, американцы сделают все, чтобы выставить наше правительство в невыгодном свете. Скажут, что мы воры. Из-за подобного слуха иностранцы будут бояться оставаться в стране. Что неблагоприятно скажется на дипломатии. При любом исходе американцы останутся в выигрыше. Взгляните на это. Когда это случилось? Сегодня. Я встречался со Стюартом на чунцинских переговорах. Он был директором Йенчинского университета, но он покинул свой пост и начал мутить воду. Позор. Да, Стюарт много лет живет в Китае. Он умеет рисковать. Он пытается использовать свои связи, чтобы надавить на нас. Как жаль. Мы его разочаруем. Дзяин. Председатель, телеграфируй Фу Сючуаню. Генеральное консульство США отказывается передать радиоприемник, провоцируя нас на применение силовых методов давления. В таком случае они будут обвинять нас в покушении на их собственность и расхищении их имущества. Мы готовы к решительным мерам. Если консул не будет сотрудничать, мы усилим давление и проведем обыск. Народное правительство будет расценивать дипломатический персонал консульства США в Шэньянь как рядовых иностранцев. Мы обеспечим их безопасность вне дипломатических отношений. Генерал Ву, было найдено 9 радиопередатчиков, 7 переносных. И еще мы обнаружили переносные радары. Я протестую. Я категорически протестую. Я проведу пресс-конференцию, приглашу в Шэньянь журналистов со всего мира, чтобы разоблачить ваше злодеяние перед миром. Хорошо. Господин Уорд, мне нравится ваше предложение. Что? Проведем совместную пресс-конференцию. Чем больше репортеров, тем лучше. Что вы говорите? Проведете пресс-конференцию? Именно. И на пресс-конференции я выставлю все эти радиопередатчики и радары. Я хочу вас спросить, зачем консулу так много радиопередатчиков? Что вы делаете на чужой земле с этой аппаратурой? И еще, я пригласил ваших друзей. Приведите. Так, мне их вам представить? Хиратсуно Сасаки, У Жэньцзе, Бо Яньцан. Они часто посещали консульство, ваши старые друзья. Мне достоверно известно, что они работают под прикрытием. Работают они на Национальное бюро расследований США. Пригласить мне их на пресс-конференцию и заставить говорить? Итак, генерал Ву. Простите, если я обидел вас. Генеральное консульство США в Шэньяне готово принять любые санкции от военно-контрольной комиссии.
Генерал Ву, Хэдзи Фэн прибыл. Приветствую. Слышал о вас еще в Яньяне. Директор департамента социального развития Ли Кэнун взрастил агента Аса, чья личность все эти годы так и не была раскрыта. Всего вас знают пятеро, в том числе председатель Мао и заместитель Джоу. Вы шестой. Присядь, давай, присядь. Дзифэн, ты разоблачил Шэньянское отделение Национального бюро расследований США. Благодарю тебя от имени жителей Шэньяна. Так, сегодня вечером надо это отпраздновать. Устроим праздник. Генерал Ву, приберегите напитки. Выпьем после моего возвращения. Возвращение? Откуда? Хуайхайская компания сейчас в самом разгаре. Мне нельзя задерживаться. Пора в бой. Понимаю, но не стоит торопиться. Задержись ненадолго. Насладись праздником. Я доставлю тебя на место. Но не на поле боя. Мы получили телеграмму от заместителя председателя Джоу. Он рекомендовал тебя на пост руководителя комиссии по иностранным делам. По иностранным делам? Гуанчжоу. Возмутительно. Я не ожидал, что в это дело вмешается коммунист. Кажется, ваш одноклассник в Германии хорош в шпионаже. Дзян Дзинго был зол из-за нашего провала. Юньтянь, скажи, ты знал, что он коммунист? Нет. Мы с ним только... Я знаю, что вы вместе с ним учились в Германии. Партия тебе доверяет. Партия помогла ему. Как он мог пойти против нас? Как мог отвернуться? Это неприемлемо. Не сердитесь. Юньтянь, наши жизни сейчас висят на волоске. Если опять потерпим неудачу, генералиссимус заставит нас ответить за это. Понимаю. Юньтянь, будь со мной честен. Ты работаешь на коммунистическую партию? Даю слово, директор. Я, Хай Юньтянь, клянусь в верности партии Гоминьдан. Я верен. Хорошо. Хорошо. Хай Юньтянь, приказываю тебе начать секретную операцию за великое дело. Ты обязан добиться успеха. Да. Заместитель председателя, прошу, подумайте еще раз. Не вижу в этом необходимости. Что? Считаешь, комиссия по иностранным делам не заслуживает тебя? Если это ниже, чем бюро контрразведки, уходи. Нет, заместитель, я не об этом. Я не прошу повышения. Просто думаю, что я уйду с фронта. Можно мне оставить форму? Прошу. Дзифэн, не смотри свысока на дипломатию. Считай, дипломат — это солдат без военной формы. Я говорил с товарищем Дзясян. Сегодня вечером прием. Добро пожаловать на борт. Итак, сегодня устроим небольшое застолье. Мы здесь, чтобы поприветствовать товарища Дзифэня. Теперь он часть нашей команды. Добро пожаловать! Спасибо. Приветствую. Я Хэдзи Фэн. Я рад быть здесь с вами. Присаживайся. Товарищ Дзифэн и товарищ Сюн Сянхуэй похожи. Они наши агенты, тайно работавшие на фронте. Товарищ Дзифэн, позвольте представить вас вашим коллегам. Это товарищ Джан Вэньцзинь. Здравствуйте. Да. Там у нас товарищ Джан Ханьфу. Добро пожаловать. Здравствуйте. Это товарищ Ван Бинань. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Цяо Гуаньхуа. Не волнуйся. Мы давно друг друга знаем. Правда?
Да. Когда Цяо был аспирантом в университете Тюбингена в Германии, я часто к нему наведывался. Не слушай его. Это были больше, чем просто визиты. Я тогда часто писал статьи по международным делам. После каждой публикации статьи он приходил ко мне. А все дело в моей зарплате за статьи. Мы тратили деньги на еду и выпивку. Было дело? Заместитель. Лин Юэ, сегодня у вашей комиссии прием. Почему ты не с ними? Я собрала статьи иностранных СМИ о случившемся в Шэньяне. Председатель попросил перевести для него. Перевела? Перевела. Я иду к нему. Могу ему передать. А ты иди ужинай. Не стоит пропускать веселье. Да. Ступай. Товарищ Гун, и тебя я давно знаю. Когда был в Чунцине, Дай Ли отдал приказ следить за тобой. Я знал обо всех твоих передвижениях. Правда? Я знала, что за мной был хвост. Так это был ты? Я тебе говорю, он лучший из шпионов. Обучался в Германии в гестапо. Послушайте, вернувшись в Чунцин, товарищ Гун был старшим офицером. На пресс-конференциях она всегда была тверда и справедлива в высказываниях. Я до сих пор помню, как парочка американских журналистов были очарованы товарищем Гун и прохода ей не давали. Если бы не знал, что товарищ Цао и Гун встречаются, я бы влюбился в нее. А мне Цао говорил, что ты очень бойкий. Оказывается, он был прав. Простите, простите, я опоздала. Лин Юэ, присаживайся. Сюда, Лин. Лин Юэ, позволь представить, товарищ Хэ Дзифэн. Дзифэн — это наш переводчик. Она окончила Йенчинский университет. Здравствуй. Здравствуй. Вы знакомы? Ладно, Лин. Теперь мы будем работать все вместе. Еще успеете поболтать. Давай. Бери. Ешь. Поднимем воду вместо алкоголя и поприветствуем товарища Хэ Дзифэня. Давайте. Давай. За здоровье. Приветствуем. Приветствуем. Давайте. За здоровье. Юэ! Не ожидал тебя здесь встретить. Как ты жила все эти годы? У меня все хорошо. Спасибо. Я должен объясниться за случившееся. Не надо. Ты тайный агент, и я понимаю. Почему ты так поступил? Но ты многого не знаешь. Дзифэн. Я замужем. Мой муж — офицер. Да. Ты замужем. Я рада, что ты цел и невредим. Я пойду. Юэ. Я желаю тебе счастья.
Новогодней ночью 1949 года, когда люди Сибайпо пели и танцевали, празднуя наступление Нового года, Мао Цзэдун разослал новогоднее послание – довести революцию до конца. Народно-освободительная армия начала генеральное наступление на армию Гоминьдана, освобождая Хуайхай, Бэйпин и Тандзинь. Змеи, заполнившие Китай, большие и маленькие, черные и белые, обнажают свои ядовитые клыки, порой обернувшись в прекрасных девушек. Еще не замерзли от холодов, но уже чувствуют приближение зимы. Включи. Полезно послушать. Знаешь, каково быть храбрым после позора? Налей мне выпить. Отец, вам не стоит пить. Сегодня есть повод. Цзян Цзинго. Отец. Чан Кайши. Новый год. Что он нам принесет? Половину территории к югу от реки Янцзы? Управление уездом? Половина? Мао Цзэдуна это... не удовлетворит. Отец, я считаю, ситуация сейчас касается не только Китая. Это также битва между США и Советским Союзом. Они пытаются отстоять свои корыстные интересы. Ты много лет жил в Советском Союзе. На основе своих знаний. Как считаешь, Сталин и Мао Цзэдун будут сотрудничать? Я думаю, Сталин непредсказуем. Даже больше, чем непредсказуем. Но я считаю, Сталин не видит Мао Цзэдуна руководителем коммунистической партии. Эньлай, есть новости из Москвы? Что с моим визитом в Советский Союз? Пока нет, я поговорил с Лин Юэ. Она тут же доложит, если будет телеграмма. Заместитель. Председатель. Телеграмма от товарища Сталина. Что там? Когда мы с ним встретимся? Товарищ Сталин написал... что мы сейчас в переломном моменте революции. Советует не покидать страну. Похоже, Сталин в нас сомневается. Он часто повторял, что коммунистическая партия Китая по своей сути не совсем коммунистическая. Председатель, есть телеграмма Гамильдана Советскому Союзу и их ответ. И как это понимать? Мы посоветуем СССР не консультироваться с Гоминьданом. Наша задача – раскрыть попытку Гоминьдана симулировать мир. Если мы сейчас отступим, нас ждет поражение. Кремль, Москва. Судя по всему, Мао Цзэдун не очень доволен нашими рекомендациями. Он только и ждет, чтобы поскорее получить в свои руки политическую власть. И даже не понимает, что если Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие империалистические страны, открыто поддерживающие Гоминьдан, вмешаются в гражданскую войну в Китае, это отразится на всем социалистическом лагере и может обернуться катастрофой. Значит так, отправляем товарищу Мао Цзэдуну телеграмму, что я полностью согласен с его точкой зрения. Ты, Микоян, вместо меня едешь в Китай и лично доложишь товарищу Мао Цзэдуну
о нашем плане. Срочно! Слушаюсь, Осип Васильевич. Пиздуй. Товарищ Сталин, мы же эти победители не судят! Наш посол в Китае, товарищ Рощин, он считает, что Мао Цзэдуну доверять нельзя. Есть основания полагать, что он станет азиатским брос-тита. Я разберусь с этим отчетом. Я ознакомлюсь с отчетом. А ты передай товарищу Рощину, чтобы следил за ситуацией в Китае. И в случае каких-нибудь изменений срочно докладывал лично мне. Хорошо, товарищ. Свобода. января 1949 года успешное завершение Уайхайской кампании. января 1949 года освобождение Тяньцзинь. 10. Сын. Отец. Вы уверены в своем решении? Да. Взгляни на мое заявление. Может, там надо что-то поправить. Отец, нельзя так. Вы уверены, что Ли Цзуньчжэнь подавит беспорядки? Ты помнишь легенду, как император Яо передал власть Шунью? Сейчас я думаю о том, кому делегировать власть. Все зависит от того, благородный ли человек Ли Цзуньчжэнь. Отец, дело же не только во власти. От этого зависит жизнь Китайской Республики. Прошу, подумай еще раз. Сейчас Ли Цзуньчжэнь тесно контактирует с послом Стюартом. США, Советский Союз, Великобритания активно влияют на ход гражданской войны. Пусть Ли Цзуньчжэнь об этом заботится. Он же не думает, что Мао Цзэдун ему поверит и прекратит огонь. Помешает ли он перейти Мао Цзэдуну реку? Вы можете еще раз подумать. Решение принято. Отец. Что мы будем делать? Из 36 стратегий лучший вариант уйти. Вытри слезы. Мы отправляемся на Тайвань. Подготовься с Чэньчэнем. Отправь 800 тысяч слитков золота из Центрального банка Китая на Тайвань. На случай чрезвычайной ситуации. Да, отец. Товарищ Гунпен, если говорить о дипломатии КПК, ты являешься первопроходцем. Это приятно слышать.
Во время войны с Японией ты с достоинством отстаивала наши интересы в Чунцине. Когда я был там, ты организовала мне много встреч с иностранцами. Председатель, тогда мы не могли в полной мере заниматься дипломатией. Многие иностранные журналисты ссылались на меня, как на представителя оппозиции. После основания Китайской Народной Республики все переменится. Мы должны выпрямить спины и выйти на дипломатическую арену. Хочу узнать, что ты думаешь о нашей будущей дипломатии? Председатель, тема огромна. Я даже не знаю, с чего начать. Ладно, давай конкретнее. Что ты думаешь о нашей внешней политике? На мой взгляд, перед приходом гостей дома надо прибраться. Наша страна не может признать дипломатические отношения, наложенные Гоминданом. Новая печать будет означать, что мы отстранили всех дипломатов Гоминдана от должностей. Председатель. Да. Председатель. Товарищ Микоян скоро прибудет. Заместитель Джоу просит вас к себе. Хорошо. Нам помешали. Хорошо, позже договорим. Хорошо. Товарищ Гунпен, если хотите что-то сказать о нашей дипломатии, пожалуйста, говорите. Буду иметь в виду. Я получил поручение от товарища Сталина. Во-первых, поздравить вас с одержанной победой. Во-вторых, выслушать мнение ЦК КПК и Мао Цзэдуна о следующем шаге в развитии ситуации. Спасибо товарищу Сталину за его работу. Спасибо, что товарищ Сталин прислал вас к нам в Сибайпо для возможности провести консультации. На этот раз я привез с собой лишь свою пару ушей. И не обладаю решающим словом в обсуждении. Надеюсь, вы меня за это простите. Товарищ Микоян, освободительная война идет плавно. Но нам нужны друзья. Но я говорю о друзьях, которые заботятся о нас, понимают и поддерживают. Как говорится в старой поговорке, всем нужна помощь друзей. Революции в Китае нужна помощь Советского Союза и других социалистических стран. Ведь все мы делаем свой вклад в развитие коммунизма. Теперь, когда ваша партия получила политическую власть в свои руки, что вы думаете насчет международных отношений? Позвольте сказать метафорой. Наша страна – это дом. Сейчас в нем много грязи. Мусор, хворост, пыль, клопы и вредители. Вот такой беспорядок. После освобождения мы должны навести порядок в доме. Вывернуть наизнанку, проверить каждый угол, каждую щель половой доски, вымести весь мусор, убрать все. А как наведем порядок, вот тогда и позовем гостей. Конечно, но настоящие друзья могут прийти и раньше, чтобы помочь с наведением порядка. А других мы в гости не ждем. Метафора товарища Мао очень интересна. А позвольте узнать, какому типу гостей принадлежит правительство СССР? Вы настоящие друзья, которым мы всегда рады. Прямо сейчас многие прячутся и делают все, чтобы войти в наш дом. Но мы не можем их пустить. Империалисты здесь, со скрытыми мотивами, пытаются усилить свою власть и мутят нам воду, чтобы заселиться в наш дом. Мы им не рады.
Командир Фу объявляет о перемирии. 31 января 1949 года. Мирное освобождение Байпиня. Мы получили телеграмму от командования Пекино-Тяньдинских операций. Генерал Фудзой отводит свои войска из Байпина. Мирное освобождение — это прекрасное достижение. Тихо сменим гарнизон. Проведем большой парад при въезде в город. Да, председатель, я согласен с Джу. Мы должны грандиозно отметить победу. Должны показать танки, пушки, захваченные у американцев. Для триумфального парада как должны пройти наши войска? Войска должны пройти здесь. Посольский квартал? Да. Во время осады дипломатических миссий правительство ЦИН подписало боксерский протокол с министрами 11 империалистических стран, включая Великобританию, США, Германию и Японию. В результате был создан квартал иностранных посольств напротив площади Тяньаньмэнь. И с тех пор эти иностранцы нанимали армию, строили бункеры, подкупали банкиров и даже полицию. Пекинский дипломатический квартал — это государство внутри государства. Согласен. Это место стало штаб-квартирой империалистических реакционных сил. Наши войска через многое прошли. Мы обязаны блеснуть славой народной освободительной армии и воспитать патриотический дух китайского народа. Да, мы предупредим империалистов, что прошли времена, когда над нашей страной можно было издеваться. Белый дом, Вашингтон. Если я верно понял, танки и артиллерия в фильме — это последнее оружие, отправленное нами в прошлом году правительству Чан Кайши. И вот оно уже используется армией коммунистов. Просто смешно. За последние два месяца ситуация ухудшилась. Нельзя допустить, чтобы Чан рисковал репутацией и деньгами США. Мы должны отказаться от него. Ты считаешь, мы можем связаться с коммунистической партией? Да. Посланник Сталина, Микоян, секретно посетил Сибайпо, хотя официально они не сформулировали союза. Поэтому мы должны как можно скорее заключить с ними союз. Думаешь, это возможно? Согласно полученным разведданным, мнение партии и Мао Цзэдуна Москва не разделяет. Посол СССР в Китае считает Мао Цзэдуна националистом, и что, скорее всего, он станет следующим Тито. Следующим Тито? Да. Анастас Иванович, я чрезмерно вам благодарен. Надеюсь, эта поездка в Китай удачной. Вы лично говорили с Мао Цзэдуном? Встретился. И два дня и две ночи провел в личных разговорах с ним. Прошу вас. Ну и что это за человек? Этот человек произвел на меня очень сильное впечатление. Его прямота превзошла все мои ожидания. Во время разговора он не скрывал чувства обиды на нас. Он полагает, что в прошлой борьбе Коммунистической партии Китая за политическую линию подготовленные Москвой руководящие кадры нанесли
избрали путь догматизма и нанесли огромный вред китайской революции. А тем не менее, стремление Мао Цзэдуна наладить новые отношения между Советским Союзом и Китаем весьма искреннее. Он выражает огромную надежду, что под его руководством ему удастся построить всеобъемлющее сотрудничество в политической, экономической и военной сферах. Как ты считаешь, мы можем ему доверять? Я думаю, доверять можно. Мы